Петя дала мне разрешение снять их дом. И вот я покажу, это вот мы вошли. Тут такой вот как бы предбанничек. Вот. И вот пошел вход в дом. Okay, can you explain me? This is kitchen, yeah? This is the kitchen. Kitchen. And I love our new roof. Mm-hmm. Вот cover так, вот. Our Especially I like how natural is this. It's natural woods, natural logs. Oh, wow. But aren't these very nice? Very nice. It's great. Yes. They it's said absolutely... very bold going with yellow cabinets. Mm-hmm. They said, lady, you're not going to get your money back if you hate it. Вот такой вот. Здесь сразу пошла как бы такая комнатка в эту сторону. Тоже очень нравится потолок, очень нравится. Такой красивый. Очень светлая комната, одни окна здесь. Дальше идет ливинг-рум. Вот такая комната, тоже очень много окон. Вот даже с задернутыми шторами, как это светло. What is this? It's my husband retired, and they made that for him. Вот такой тоже здесь у них потолок. Господи, как дышится в этом доме, вы не представляете. Здесь такой запах вот этого дерева, и просто с ума сойти. Okay. Вот в этой I love your house. I love my house, but oh gosh, not me. Вот сюда выход идет. This is exit back. Front. Front door. А, front door. This is front door. Okay. Это вот входная дверь. Cat. You have cat. That was where you parked. А, okay. Вот это вот основная входная дверь. You have another floor here. Это вот пошел выход. Вот он. Вау, what a beautiful cat. Какой здесь кот. It's your house. Yeah, she's off the line here. Can glass water? Yes, 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 just a moment. Yeah, Okay, thank you. Ну, сюда я не пойду, там кабинет какой-то и спальня. Вот отсюда. И сюда мы вышли опять на кухню. Финальный домик был вот такой вот этот маленький домик. И остальное все достроено, да. Вот this is original wall, yeah? Вот это оригинальная стена. Осталось, это была задняя часть дома. Back door, да. И вот это вот я выхожу как бы... Да, вот это была оригинальная задняя дверь дома. И вот это все достроено. Еще одна спальня здесь, ванна. Вот такая вот светлая тоже. Ну, тут, наверное, какая-то кладовочка. Вот. Красивые вот такие здесь часы. И мы спускаемся в basement, как бы в подвал. Тут вот такая у них красивая вывеска. Вот. Открытки. Так оригинально сделано. Ух ты! Тут целая комната. Вот такая. Да, это вот такое мужское помещение. И кухонка здесь. И вот тут такая отдельная как бы квартирка получилась. С телевизором. Роб делает патроны, вот. Это его хобби, он делает сам патроны. Вот калибр, it's 40 millimeters. All of them. All of them? Yeah, go real close and look at the box. Вот у него здесь такая мастерская для патронов, он делает эти патроны всех калибров. Then what are you doing with them? You sell them? No. No? I shoot. My brothers and I. Он не продает, это просто хобби. Он делает это для себя, для брата. И вот они охотятся. This is where you want to test the vacuum. Where's the stuff that goes? No, it's just dinner. It's ready, yeah? Oh, there it is, right there. It's ready to go. Вот они. Вау.
Fantastic. Now what you do is you stand there like this smoking cigarettes. No way. Yeah. Вот Кэти говорит, что главное здесь не закурить сигарету в этом помещении, оно все взлетит. Помещение огромное, здесь такие кладовки, и вот мы сейчас прошли вот этот фенист, и вот эта вот машинка стиральная, сушильная здесь. Также здесь есть у них еще одна ванна с туалетом. How many bathrooms do you have? Three. Two and a half. Yeah. Well, Rob pees behind the garage. What is this? This is Kathy's hobby. Your hobby. I know, but you need to come help. Oh, but I hear you're an engineer. I've made mistakes. Yeah, she used to work. No, what? She used to work for. I finished railway in university, actually. Yeah. Oh, good. Well, you can practice here. Really? Yeah, this was my major. Вот это Кэтина хобби. Она понастроила здесь вот столько. Паровозов. Вот эта вся стена, это все. I can't believe it. Просто невероятно. Посмотрите, сколько здесь. Kinda. You made everything by yourself? No, Rick did it. I did some. You did some? He did wow. Just some. И Рикардо помогал Кэти, оказывается, вот это все делать. Rick did those. The firehouse. And the airport. This one here. All of these. Домики, вот она показывает, что он ей помогал. Who made this mountain? I did. That's from what? From plaster and plaster. Chicken. But that's supposed to look like Pioneer Peak. Mm-hmm. And then this one is the little butte back on this side. So when you гора, которая видна со двора. И вот эта вот гора, она показывает, если в ту сторону ехать, то будет вот такой же тоннель там. Nice. Я не верю. Как такое возможно? Вот у нее здесь даже настоящие реки с лодками, с человечками, с утками, с елками. Вот она, у нее даже здесь есть такие персонажи из реальной жизни. Это ее подруга с двумя собаками, которая моет машину. Oh, you just do a little at a time, like you see. And then over here, wobbly right mm-hmm. through here, so it doesn't connect sometime and you'll lose power. Mm-hmm. Then you have to find that and push it back together and hope that somebody's standing there and holds the other side. Okay. Yeah, because... В общем, вот эта железная дорога, по идее, должна еще и работать, но в данный момент она не работает, потому что Кэти объясняет, что нужно привести сейчас ее в порядок. Она сломалась, где-то расконнектилась, и она пока не может найти неполадку. Я ей сказала, что я железнодорожник. И она говорит, приезжай, выпьем бутылку вина и наладим с тобой железную дорогу. Она мне еще показывает свои запасы. Вот это ягоды из гардена. This is fish. How long it stays on this? Oh, jar? Forever. Forever? It can stay forever? Mm-hmm. Вот заготовки и помидоры. Ой, wow, I love this. Pickles. Помидоры. Помидоры. Огурчики. Вот рыба у нее за... Вот она, как ей this нравится. Вот как ей нравится. You gotta see what she does with her paws, and you'll go, okay, that's not a normal one. Вот как ей нравится. I got one in the mouth, and I can kill the other with my feet. Вот, давай лапу. Давай лапу, ну. I know, let's show him. Okay. She has to, if I throw it right, she'll bounce it back to me. Catch? Ah, okay. I see. Wow. Great. Silly dog trick. Call David Letterman right now. Mary used to do the silly dog.